Приобрел иммунитет к коронавирусу, получай ценные призы. От телевизора, ноутбука или смартфона до билетов на футбол в театры и музеи. Сегодня подвели итоги акции «Самара, я привит» для жителей, которые завершили вакцинацию от коронавируса с 1 по 25 июля. На самом деле сегодня мы разыгрывали 209 призов, просто мы поделили на две части розыгрыш. В первой части розыгрыша участвовали так называемые ценные призы, которые выше стоимости 4000 рублей. Победителей, которые получат дорогостоящие подарки, выбирали по математической формуле, которая привязана к курсу валют на сегодняшний день. Она, в свою очередь, привязана к номеру СНИЛС, который указывался при регистрации. Елена Владимировна? Да. Елена Владимировна, будьте любезны, подтвердите, пожалуйста, вы принимали участие в акции «Самара, я привит»? Да, принимала. Да, 13 июля я сделала. В этом случае мы объявляем вас победителем. По итогам участия акции вы выиграли смартфон. Маргарита Борисовна, подскажите, пожалуйста, вы подтверждаете, что вы принимали участие в акции «Самара, я привит»? Да. Им сообщаем, что вы стали победителем и выиграли смартфон. Да ладно. Да. Я очень рада. Каждый из тех людей, который у нас определился как победитель ценного приза, обязательно должен это подтвердить. Если все совпадет, и если человек пришлет нам сертификат, в котором все эти данные будут указаны, соответственно, с огромным удовольствием вручим им приз. Торжественное вручение подарков состоится 29 июля. При себе необходимо иметь паспорт и сертификат профилактической прививки от COVID-19. Ольга Хамракулова, Сергей Баскин. События.